Уголок природы в мегаполисе. Парк 60-летия советской власти в Кировском районе Самары снова в центре внимания общественности. Ранее эту территорию внесли в список общественных пространств, которые планируют благоустроить в следующем году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Однако мнения жителей о судьбе парка разделились. Со своими предложениями активисты пришли на личный прием главы города Елены Лапушкиной. Одна инициативная группа предложила минимально благоустроить парк и готова в этом помочь. Они представили свой проект развития территории. Убрать валежник, там, чтобы дорожки асфальтовые, покрытия восстановить, лавочки добавить. Другая инициативная группа оказалась против любого строительства в парке. Они считают, что в этой рекреационной зоне не требуется кардинальных изменений. Не надо больше никаких дорожек, асфальтов, никаких там покрытий. В то же время есть активисты, которые хотят обустроить парк для занятий зимними видами спорта. Для этого потребуется построить лыжную базу и проложить трассы. К согласию жители так и не пришли. На встрече решили снова взять паузу. Без общего, расширенного голосования, открытого, мы не примем этого решения. Надо выносить максимально и разъяснять, какой вид работы, что за собой несет. Принимает большинство людей. Причем не только по Кировскому району. Здесь у нас по всему городу надо. Значит, будем так делать. Если не принимают, значит, не будем делать. К обсуждению судьбы парка вернутся, когда сами жители этого захотят. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События.